13 дорожных объектов города попали в этом году в национальный проект. На 8 участках работы продолжаются. Причем у городских властей есть уверенность, что ремонт не затянется, ведь график подрядчик соблюдают строго. Между тем, несколько участков дорог уже ввели в эксплуатацию. Насколько дорожное покрытие после ремонта соответствует нормативам и стандартам, сначала проверила специализированная организация. А уж затем визуально оценили глава города, его заместитель по дорожному хозяйству, глава Ленинского района и депутат городской думы. Если обратить внимание на те улицы, которые на сегодня в работе, может быть, за исключением таких капиталоемких, как улица Малахова, по сути, мы уже такие улицы районного значения делаем, да, ближе к глубинке района. То есть мы основные магистрали, опорную сеть за последние 6 лет привели в порядок и уже имеем возможность заниматься вот такими улицами, которые, безусловно, важны, но важны внутри микрорайона. В этом году пришла очередь и участка Ленинского района по улице Гущина от Кавалерийской до Попова. Депутат городской думы Иван Огнев в рамках приемки поделился воспоминаниями, каким был этот участок дороги в его школьные годы. Путь в учебное заведение тогда не был безопасным, к тому же из-за плохой дороги всегда приходилось носить с собой сменную обувь. Конечно, люди обращались неоднократно, говорили о том, что нам тоже хочется жить нормально, да, чтобы были тротуары, были парковки, была хорошая дорога, были современные остановочные пункты. И вот на сегодняшний момент как раз проект «Безопасные качественные автомобильные дороги» позволяет это сделать. И при поддержке губернатора Алтайского края реализуется, и местные власти, администрация города Барнаула, лично глава выезжает регулярно и причем смотрит до и после. Как сообщил глава Ленинского района Евгений Авраменко, в этом году только в его районе по нацпроекту отремонтируют 4 дороги. 3 уже сделаны. По его словам, жители радуют, что появились и безопасные подходы к школам. Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что только в краевой столице ежегодно из бюджета всех уровней на дороги выделяют 3,5-4 миллиарда рублей. Правительство края ведет системную работу по развитию дорожной отрасли. Благодаря этому столица региона становится все более современной, комфортной и удобной. Татьяна Голубева, «День с толком».